Пандемия коронавируса дала разгуляться интернет-мошенникам. Россияне пожаловались, что они чаще всего сталкиваются с обманом в сети или по телефону. Как себя вести, чтобы избежать финансовых потерь, рассказали сотрудники полиции. Тему продолжит наш корреспондент. Один из самых распространенных способов мошенничества в интернете – это фишинговые сайты. Иными словами, дублирующие настоящий интернет-ресурс. Зачастую злоумышленники подделывают страницы популярных магазинов, платежные системы или сервисы по покупке билетов. Для того, чтобы заманить на поддельный сайт, мошенники используют социальные сети, СМС или электронную почту. И переходя по такой ссылке, человек добровольно вводит данные своей карты, и они попадают в руки злоумышленников. Поэтому полицейские напоминают о базовых правилах безопасности. Внимательно смотреть и в адресной строке адрес магазина, куда вы заходите. То есть они могут отличаться на одну букву, на одну цифру, там, на точку, запятую. Как другой вариант, попытаться перейти с этого сайта, да, там, ну, зачастую на таких сайтах, на настоящих. Есть тоже какие-то рекламы, ссылки на другие, например, магазины, еще что-то. Они работают на фишинговых. С большой долей вероятности они не будут работать. Однако, если гражданин потерял бдительность и начал осознавать, что поддался на уловки мошенников, необходимо как можно скорее звонить в свой банк и блокировать все возможные операции по счетам. Еще одним из, скажем так, способов, которые могут уберечь граждан от совершения данного вида преступлений, это блокировка онлайн-операций с картами. Такая функция предусмотрена во многих банках. Не менее популярным в наше время остается телефонное мошенничество. Одна из распространенных легенд злоумышленников – необходимость подтвердить данные. Сообщение о блокировке или заморозке счета и противодействие мошенникам в оформлении ими кредита. В стрессовой ситуации, вот первые два, да, человек, он критично не оценивает. И, соответственно, ему говорят, стараются все время держать на телефоне, чтобы человек не было времени успокоиться, подумать о том, что происходит. И он выполняет действия, которые ему говорит злоумышленник. В таких случаях советуют закончить разговор, перезвонить самому в банк, чтобы убедиться, что все в порядке. И помните, сотрудники финансовых организаций никогда не выясняют персональные данные по телефону. В частности, это относится к CVV-коду или проверочному коду из СМС.